Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о тех приемах из популярной нынче дисциплины робототехники, которые можно использовать также для того, чтобы сделать что-то полезное дома или в лаборатории. А голос принадлежит мне, Эдуарду Петренко, руководителю клуба спортивной робототехники МФТИ. Я свое изображение сделаю гораздо меньше, чтобы не отвлекать вас от основного контента. Итак, поехали. Мы сейчас ведем речь о киберфизических устройствах. То есть это понятие несколько шире, чем робототехника, и может состоять в том числе из многих вычислительных устройств, распределенных в пространстве, включать биологические объекты, нас с вами, там какие-то специально разработанные устройства для взаимодействия с нами, там какие-то экзоскелеты и так далее. Вот. Робототехника, роботы — это только подкласс киберфизических устройств. Итак, что же у нас характерно для киберфизических устройств? В него включаются сенсоры, благодаря которым наше устройство получает информацию о внешнем мире, контроллеры или процессоры, при помощи которых мы обрабатываем эту информацию и выдаем команды на актуаторы. Актуаторы — это то, чем мы влияем на объекты, либо перемещаем нашего робота, или что-то подогреваем, охлаждаем, выключаем и так далее. То есть актуатор — это наш способ влияния на объекты внешнего мира. И средства коммуникации — это сейчас все более актуально. Киберфизические системы все чаще включают множество вычислительных устройств, какие-то облачные решения, интернета вещей, рои роботов и так далее. То есть они зачастую коммуницируют друг с другом. Переходим к сенсорам. Что такое сенсор? Сенсор — это такая штука, которая измеряет физическую величину или химическую и превращает ее в электрический сигнал. То, какие могут быть величины, очень разнообразно. Это могут быть там климатические какие-то давления, температура, влажность, концентрация CO2, pH. Это могут быть измерения дальности, детектирование движения. Причем это может делаться несколькими физическими способами. И так далее. Практически все, что может быть измерено и сенсором. Что же у нас сенсор выдает? Как правило, это цифровой или аналоговый сигнал. Цифровой — это 0 или 1, аналоговый — это какое-то напряжение, которое может быть находиться в некотором диапазоне значений. Вот. Но есть датчики более продвинутые, которые уже внутри себя содержат там контроллер или какую-то микросхемку, которая передает уже немножко измеренный, обработанный, может быть, очищенный от шумов, там, как-то еще обработанный сигнал по коммуникационному протоколу. Итак, у нас датчики могут быть цифровыми и аналоговыми. Цифровые выдают в случае, если 0, то это 0 вольт на сигнальном проводе, или 1, 3 или 5 вольт, в зависимости от логического уровня интерфейса контроллера. Для получения аналогового сигнала нам понадобится этот сигнал оцифровать. Для этого используется специальное устройство АЦП. Как правило, оно входит уже в состав контроллера, то есть какие-то входы контроллера
как правило, можно направить на АЦП. И, соответственно, уже программа, которая крутится в контроллере, она будет на вход получать уже измеренное число. Вот. А некоторые процессоры не имеют АЦП, и тогда АЦП нужно прикручивать как отдельное устройство. Есть такие микросхемы, там, на сколько-то каналов, на сколько-то бит оцифровки, то есть достаточно разнообразные варианты. И, соответственно, если датчик поддерживает коммуникационный протокол, то этот протокол, наиболее распространенный, это I2C или SPI. Иногда датчики могут общаться по протоколу UART, последовательный протокол, который, ну, с небольшими изменениями, например, используется в USB. Вот. Есть еще более экзотические протоколы или характерные для своих областей применения. Как, например, CAN используется в автомобильных, в сопряжении автомобильных устройств. Давайте теперь рассмотрим примеры датчиков. Вот такой датчик – это цифровой термометр, герметичный. Он позволяет мерить температуру жидкости в достаточно широком диапазоне температур. Его используют, например, для управления различными бойлерами. Вот это датчик. Это pH-метр. Состоит из электрода и адаптера, который преобразует сигнал с электрода и отправляет в контроллер уже в цифровом виде. Теперь, ну, вот такой достаточно интересный для тех, кто увлекается спортивной техникой, датчик. Это датчик для движения по линии. Здесь целых 31 числительный элемент, светодиодная пара. Вот. Ну, как мы понимаем, нужно что-то, что дальше преобразует эти, такое количество информации и подаст на вход контроллера. Здесь представлены несколько примеров дальномеров. Это вот шарповские провоксные дальномеры инфракрасные, которые работают на следующем принципе. Есть излучатель, который через линзу освещает наш объект. Вот. А есть чувствительный элемент, который смотрит, под каким углом осветился наш объект. На нем присутствует пятнышко, и, соответственно, в зависимости от угла можно рассчитать расстояние до объекта. Это большой брат нашего датчика. Если вот маленький датчик позволяет измерять расстояние от 4 до 30 сантиметров, то вот этот большой он уже позволяет на несколько метров. Вот. Есть также еще один датчик уже цифровой, то есть он 15-сантиметровый, если у нас что-то появляется ближе 15 сантиметров, он срабатывает. Вот. Есть также еще дальномер, который является времяпролетным, то есть полупроводниковый лазер инфракрасный подсвечивает объект, а чувствительный элемент получает отраженный свет. И по времени, прошедшему от момента излучения до получения отражения, датчик вычисляет расстояние до объекта и уже по цифровому интерфейсу отправляет в контроллер. Это вот такое семейство дальномеров. Есть датчик, который работает на принципе Доплера, то есть микроволновой
излучатель, отраженный сигнал. Если у нас поражающий объект движется, будет иметь чуть-чуть смещенную частоту. По этому смещению можно определить, что присутствует движение и что и можно измерить скорость объекта. Вот датчик MEMS. Подобные датчики есть сейчас практически в каждом телефоне. В этом датчике, на этой плате собраны датчики нескольких типов. Это гироскоп, акселерометр, барометр и магнитометр, то есть компас. Вот такие датчики зачастую используются в всяких квадрокоптерах для управления. Вот. Ну и вот здесь последний такой интересный датчик, это энкодер. Энкодер позволяет измерять количество оборотов какой-нибудь оси, например, вала двигателя. Вот. И когда мы знаем количество оборотов в единицу времени, мы можем измерить скорость и, соответственно, ее регулировать. Вот. Состоит энкодер из вот такого миниатюрного 12-полюсного магнита, который надевается как раз на ось, и вот такой пары датчиков на эффекте Холла, которые как раз чувствуют магнитное поле. То есть каждый раз, когда полюс магнита проходит мимо такого датчика, он меняет 0 единицу или наоборот. Соответственно, таких датчиков здесь 2. Зачем? Да, очень просто. Для того, чтобы определить, в какую сторону крутится наш вал. То есть по соотношению того, какой датчик сработал раньше, можно понять, в какую сторону происходит вращение. Ну что ж, поговорим немного об актуаторах. Актуатор – это те устройства, благодаря которым мы можем влиять на физическую составляющую нашей физической системы. Как правило, когда говорят об актуаторах, имеют в виду какие-то механические актуаторы, то есть то, что, получив сигнал от контроллера, будет совершать какое-то движение. Это очень многочисленные варианты электромоторов, коллекторные, бесколлекторные, шаговые двигатели, сервоприводы. Есть также так и называются линейные актуаторы, вот, соленоиды, электромагнитные клапаны, какие-то еще устройства, реле. Вот. Но вообще актуаторы могут быть и не обязательно механические, это может быть тепловое воздействие, даже там зажженный светодиод, это тоже актуатор, он влияет на физический мир. Как правило, когда работают с актуаторами, используются еще такие промежуточные устройства, назовем их драйверы. Дело в том, что контроллеры, их суть все-таки это выполнение каких-то вычислительных задач. Они не рассчитаны на то, чтобы выдавать большую мощность. Например, контроллер в составе платы Arduino выдает 20 мА на один пин. А мы, как правило, ожидаем чего-то гораздо больше. Например, для квадрокоптеров характерны десятки ампер на один двигатель, то есть в 1000 раз больше. Поэтому для того, чтобы контроллер мог влиять на актуаторы, используется еще и силовая электроника. Кроме этого,
драйверы могут выполнять вспомогательные функции, например, вносить дополнительную логику и менять направление, менять полярность напряжения, например, для коллектора. Итак, перед вами на столе небольшая горка актуаторов. Давайте посмотрим, будем немножко разбирать. Вот этот весьма массивный двигатель. Это шаговый двигатель, который мы можем управлять с точностью 1,8 градуса. То есть 200 импульсов на оборот, на полный оборот дает. Значит, и для того, чтобы им управлять, тут пример вкладки драйвера. Специально для управления шаговыми двигателями. Используется во всяких станках ЧПУ, 3D-принтерах. В общем, достаточно полезная вещь. А вот интересный актуатор. Это перистальтический насос с коллекторным мотором. То есть вот мы моторчик крутим. Там внутри содержится гибкая трубка, которая может пережиматься в определенном месте. И специальный кулачок ее пережимает и двигает область пережимания. Соответственно, мы можем таким образом качать какие-то жидкости. Причем, если умеем считать обороты, то с достаточно хорошей точностью отмерять жидкости. Ну, давайте немножко отключимся от всяких двигателей. Вот это изумительная вещь, называется элемент Пельтье. В зависимости от полярности напряжения, которое в него подано, одна его поверхность будет нагреваться, другая остывать. Соответственно, мы можем его использовать и как нагреватель, и как холодильник. Другой не механический, ну, вернее так, механический, но не совсем актуатор, это пищалка Зумер. Тоже, тоже способ воздействия на окружающую среду. А еще один вот такой электромагнитный актуатор. Это блок реле. То есть мы видим здесь два реле. Им нужно управлять с микроконтроллером. Ну вот еще один вариант — это соленоид. То, чем можно там открыть-закрыть двери. То есть мы сюда подаем достаточно хорошее напряжение, хороший ток. И можно втянуть, можно тянуть шарик и так далее. Мы соленоиды используем, например, для игры там, управления футболом. А теперь еще моторчики. Вот это микромоторчик, весьма распространен во всяких технических приложениях, ну, таких хобберных техники. Вот. Здесь и мотор, он же совмещен с редуктором. Да? То есть мы видим здесь редуктор. Моторчик дает порядка 30 тысяч оборотов в минуту. Редуктор, соответственно, снижает обороты, но повышает момент. А вот это сервопривод. Ну, так называемый хобби сервопривод. То есть там он может ломаться, то есть к нему не предъявляются там какие-то космические требования, но в принципе достаточно удобная вещь. А что хорошо, он содержит контроллер внутри себя. То есть мы должны его только запитать, подать ему управляющий сигнал. Вот, контроллер уже обеспечивает угол поворота мотора на ту величину, которую мы заказали при помощи сигнала. И вот интересный, весьма мощный пример. Вот, это бесколлекторный двигатель. То есть вот турбинка, импеллер,
и внутри у нее бесколлекторный мотор, то есть в котором нету щеточек, по которым ток передается на статор, на ротор. Вот. То есть управление все происходит за счет внешнего контроллера. А вот и сам внешний контроллер, это, ну, здесь немножко мощнее, чем требуется для такого моторчика. Вот. Это 30-амперный DSC-контроллер, который позволяет управлять бесколлекторным двигателем. Теперь давайте поговорим о контроллерах. Наверное, самой простой аналогией того, что же такое контроллер, является музыкальная шкатулка. Вот такое устройство, в котором есть барабан с выступающими шпильками. Барабан крутится, соответственно, нажимает или дергает вот эти наши актуаторы в соответствии со своей программой. Вот. И дальше там воспроизводится музыка. Вот. Это, конечно, очень упрощенная аналогия, потому что здесь нету сенсоров, нету условных переходов, то есть мы не можем здесь поменять программу. Ну и, собственно, нет средства изменения программы. Давайте посмотрим, что же такое контроллер. Это наш мозг киберфизической системы, который получает ввод от сенсоров, что-то с ними там вычисляет, производит алгоритмические преобразования, и дальше управляющим устройством, актуатором передается управляющее воздействие. Вот. Кроме того, контроллер может обмениваться информацией через коммуникационные каналы. Еще важным свойством контроллера является то, что, собственно говоря, мы можем менять его программу. Как выбирать контроллеры? Ну, в первую очередь нужно понимать, что сейчас варианты контроллеров очень разнообразны на разные потребности кошелек. В первую очередь нужно, конечно, ориентироваться на то, для чего вы хотите использовать контроллер, что за проект. Потому что если использовать слишком навороченный контроллер, может получиться так, что вы не только заплатите лишние деньги, но и излишне усложните ваш проект. Как программируется контроллер? Ну, собственно говоря, для контроллеров попроще есть специальные средства разработки под обычный персональный компьютер, под ноутбук. При помощи этих средств вы пишете программу, потом ее компилируете, то есть превращаете в тот код, который может исполняться на этом контроллере. Вот, дальше вы программу заливаете на контроллер при помощи либо специальных устройств программаторов, либо, как, например, в Arduino, на контроллере есть уже небольшая программка Bootloader, она поддерживает заливку вашей программы из среды разработки Arduino. Кстати, интересно, что при помощи одной Arduino, то есть Arduino можно использовать как программатор для заливки программы на другую плату Arduino. Вот. А более продвинутые контроллеры, например, Raspberry Pi, содержат операционную систему, в которую можно зайти, например, по сетевому соединению как клиент, и там, собственно, писать программу, компилировать и исполнять на том же устройстве. Итак, примеры контроллеров.
вначале на столе присутствуют контроллеры из семейства Arduino и Arduino Umbrella. Первый из них это Arduino Uno, ну, это клон, не итальянский. Вот. Форм-фактор достаточно удобный, примерно 5 на 7 сантиметров. Вот. И характерно для Arduino Uno то, что есть вот такие электрические клемки, которые можно втыкать в платы расширения, называются шилды, либо, если просто экспериментировать, то втыкаете там соединительные проводочки и можно дальше какие-то вещи построить достаточно быстро и экспериментировать. Ну вот в таком же форм-факторе отечественный аналог Искра. Вот. Ну там немножко другой контроллер. Возможности почти те же. Чуть-чуть шире, чуть побольше памяти. И еще дополнительный последовательный порт. Вот это интересная плата. Содержит более мощный контроллер. Даже видите, размер другой. Это контроллер, который используется в плате Arduino Mega. Вот, но здесь форм-фактор поменьше. Arduino Mega примерно ну, как две Arduino Uno. Вот, а здесь просто для всяких компактных приложений, но для которых нужна хорошая мощь, большая память оперативная и программная. Вот, и приобрел такой. Вот. Вот это интересная плата американской компании Powell выпускает. Контроллер, там процессор 32.4, вот, как на Искре. Вот. Но очень компактная. Когда нужно сделать что-то маленькое, такая плата удобная. Вот. Тоже Искра, но Arduino Pro Mini. Такая плата прошивается при помощи программы. Вот. А вот это плата Герой Arduino Nano. Стоит очень немного. Возможности достаточно хорошие. Поэтому на ней делается много разных интересных проектов. Вот. Ну и вот здесь это достаточно экзотическая штука, даже не совсем Arduino, то есть для того, чтобы программировать, нужно специальные пакеты доустанавливать в среду разработки Arduino. Ну, она интересна тем, что там контроллер совсем простенький, мегаактивный. Вот. Теперь перейдем к более серьезным вещам. Вот в этой прекрасной коробке даже написано Raspberry Pi компьютер. Плата содержит, ну, в общем, все, что содержит компьютер. Есть HDMI выходы, то есть можно соединить дисплей. Вот есть сетевой разъем, есть USB, есть специальные входы для интерфейсов камер и есть так называемые GPIO, то есть входы-выходы, которые тоже можно с них считывать сигнал, чтобы туда передавать. Вот. Такой вот интересный мощный компьютер. Для каких-то применений, когда вам нужно, чтобы сразу ваш контроллер включался в сеть, это хороший вариант. И у него достаточно приличные скоростные качества. Например, задача с обработками изображений на Raspberry, ну, вполне достойно реализовывается. Вот. Ну и под конец обзора реальный монстр.
Jetson Nano, компания NVIDIA сделала эту плату для того, чтобы можно было применять искусственный интеллект прямо в устройствах на переднем крае, да, то есть монтировать его куда-то. Бытовое устройство, еще куда-то. Характеристики мощные, допустим, вот GPU, графический, который здесь используется, он содержит 128 ядер. Очень прилично для всяких задач глубокого обучения, нейросетей. Если вы собираетесь делать прямо на роботе, вот, или в умном доме, вот такая плата вам подойдет. Единственное, нужно понимать, что она стоит немало, с ней нужно хорошо разбираться и, в общем, нужно хорошо понимать, зачем вы ее приобретаете. Давайте теперь быстро посмотрим пример, как мы можем программировать наше Arduino. Значит, вот есть шланг, который в компьютере USB. И, соответственно, подключить к Arduino Uno. Есть среда разработки Arduino IDE. Вот здесь пример кода. Здесь практически сплошные комментарии, потому что этот код взят из примеров. Соответственно, примеры позволяют хорошо изучать систему. А дальше мы проверяем, что у нас правильно установлен тип платы, правильно введен коммуникационный порт. Вот. И заливаем нашу программу. Что собой представляет программа? Стараемся очень быстро. Есть процедура setup, которая готовит плату к работе. Вот. Здесь мы только прописываем, что у нас есть специальный порт, специальный пин, да, иголка 13-я, который на плате подключен светодиод. Вот мы прописываем здесь, что мы будем использовать этот блок на выход. А дальше есть процедура loop, который пишется повторяющийся набор. То есть то, что в течение жизни контроллер дальше будет выполнять. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы на выход прописываем high, то есть единицу, 5 вольт будет светодиод. Дальше ждем 1000 миллисекунд, 2 секунды. Дальше прописываем теперь low, то есть 0, даем на светодиод. И снова ждем 1 секунду. И все это вот будет крутиться в бесконечном цикле. И разгружаем это в наш контроллер. Вот, смотрим поведение. Вот оно, он с периодом 2 секунды мигает светодиодом. Можем там немножко поиграться с временами. Постоянно, допустим, 100 миллисекунд ожидания в каждом случае. Вот он там загружается. Вот он у нас истерически мигает светодиодом. Вот такой пример, как достаточно несложно эта плата у нас организуется. Итак, поговорим немножко о чтении аналогового сигнала, то есть преобразовании аналогового сигнала в цифровой. Программа в контроллере у нас понимает именно какое-то число, представляющее то напряжение, которое идет на вход. Что важно, когда мы получаем это число? Важно, с какой разрядностью оно получается. Например, разрядность стандартной функции Arduino это 10 бит. То есть у нас число может принимать
от значения от 0 до 1023. Бывают совершенно ЦП с совершенно чумовой разрядностью, например, 24 бита, которые там позволяют считывать электроэнцефалограмму прямо без усиления. Вот. Важно также, как быстро мы можем читать. То есть, вот, если обратиться к той же Arduino, там одно измерение стандартной функции занимает порядка 100 микросекунд. То есть мы можем измерять напряжение со скоростью, с частотой порядка 10 кГц. То есть звук мы уже сможем записать, но не очень качественно. Вот. И количество каналов. То есть бывают микросхемы, которые позволяют несколько, там, 2, 4, 8 каналов получают аналоговые сигналы и преобразуют поток числовых значений. Не все контроллеры обладают встроенными ЦП. Например, у Arduino есть, а Raspberry Pi приходится делать какие-то еще интерфейсные модули. В обратную сторону. Нам тоже иногда нужно выдавать аналоговый сигнал. То есть не только 0 или 1, а что-то промежуточное. А тут инженеры нашли очень изящное решение, поскольку, в принципе, контроллер, он работает и разговаривает на языке 0 и 1. Вот. Если мы выдаем какой-то периодический сигнал с некоторой скважностью, да, то есть сколько-то времени идет 0, сколько-то времени единица. Вот соотношение заполненности вот, называется скважностью. И, например, если у нас единица это 5 вольт, а мы единицу воспроизводим в течение 1/5 периода, то у нас в среднем будет выдаваться 1 вольт. Особенно если мы там дальше где-то поставим конденсатор, который сгладит вот эти пульсации. Вот. Чем еще хорош, он хорошо воспринимается силовой электроникой, которая работает в режиме ключа, включено-выключено. Когда силовая электроника работает в каком-то промежуточном режиме, ну, она гораздо сложнее, не вся она рассчитана. Вот. Идет потеря мощности на частично открытом силовом ключе. То есть это не самый хороший вариант. Тут мы прямо берем шим с контроллера, воспроизводим его уже силовым ключом и дальше подаем нагрузку. Например, на наш двигатель коллекторный. В этом случае он будет вращаться с какой-то не с максимальной скоростью, а с какой-то промежуточной, если у нас выдана промежуточная величина шины. Интернет вещей – это концепция, когда у нас многие устройства, вещи научились входить в интернет, научились связываться между собой и с какими-то облачными сервисами при помощи сетевых протоколов. Собственно, очень эта тема развивается беспроводные протоколы, которые позволяют получить и достаточно концентрированные устройства, да, когда много устройств на квадратный метр находится, так и достаточно распределенные в пространстве варианты, когда, например, для сельскохозяйственных применений какие-то датчики раскидываются в полях и достаточно экономично расходуют энергию, вот, собирают информацию, передают опять же, какую-то облачную инфраструктуру.
Вот. Собственно говоря, вот одна из достаточно распространенных концепций – это когда есть облачные сервисы, куда наши вещи по стандартным протоколам, уже развитым, уже существующим, сбрасывают информацию. Вот. А дальше облачный сервис может информацию хранить, может ее анализировать, может там, настроить какие-то алерты, которые будут там, срабатывать при определенных условиях. Либо, в общем-то, средствами машинного обучения можно выявлять какие-то аномальные ситуации, даже ну, не программируя алерты заранее. Вот. Есть интересные исследования, интересные применения, когда, например, если у нас есть данные о пульсе людей, получаемых с носимых устройств, и в каком-то определенном месте повысилась концентрация людей с учащенным пульсом, то, возможно, там происходит что-то, ну, какая-то достаточно катастрофическая ситуация, теракт, пожар, что-то такое. А умный дом, ну, такая концепция, которая существует уже не первый десяток лет, и его все время понимают по-разному, как выгодно там, конкретной компании. Вот, ну, собственно говоря, умный дом – это когда мы какие-то элементы дома, инфраструктуры дома программируем. Например, включение-выключение света, тепла, воды. То есть, если мы, допустим, если все вышли из дома, зачем тратить электроэнергию на освещение или зачем подавать туда воду? Да? То есть, можно каким-то клапаном на входе перекрыть, тогда мы снижаем вероятность каких-то затоплений и так далее. Вот. Очень привлекательная концепция. Ну, собственно, есть уже определенные стандарты, не очень распространенные, но тем не менее, например, голосовые помощники, такие как колонка Алиса, могут управлять умным домом уже через стандартные протоколы. Ну и иногда умный дом внедряется, в общем-то, даже законодательно. Например, в Германии, если у нас дом отапливается котлом, то котел должен использовать, уже законодательно должен использовать внешний термодатчик для того, чтобы управляться. То есть котел анализирует уже температуру не на своем выходе, а на реально существующем датчике. Вот. Ну и, собственно говоря, это управление какими-то объектами, это то, о чем мы сегодня говорили, и возможности автоматизации каких-то рутинных задач, управления какими-то объектами. Это может сильно помочь в лаборатории, а некоторые вещи может в принципе сделать возможными. Потому что если, например, нам нужно измерять освещенность каждую минуту в течение там, месяца, то понятно, что делать это при помощи вручную это слишком затратно. Вот. А здесь некоторые ссылки на то, о чем я сегодня рассказывал. И небольшой анонс. Следующая лекция будет уже не такая клиническая. Мы уже поработаем с конкретным кодом Arduino. Посмотрим,